Добрый день, друзья. Сходил на приемку, кое-что купил. Давайте еще. Ну, вот детские грабельки, но они, по-моему, горелые. Ну, человек искал, ну, не знаю, может, сотенка. Вилл хороший. Пара сотенок. Коса. Ладно, косу даже показывать не буду. Не особо интересно. Коса там, не знаю, сотка пускай. Вот такой вот агрегат. Что-то с чем-то задавливать. При этом там есть регулировка, ну, плоскости выставить. Может. Не знаю, честно скажу, для чего. Но опять же, можно переделать в пресс. Нарезать резьбу. Винт. Ну и какой-то можно. Типа, ну, не знаю, может, кто-то знает, купит какое-то изделие. Дальше. Два вот таких вот взял подручника. Что еще? Радовался, хорошая вещь, думал, взял. А она... трещиной. Но я думаю, все равно там за пару соток можно продать, там за полторы кто-нибудь там закрасит. Ну, не на войну, а так. Для баловства, для какого. Там, не знаю, детям играть. Вот. Так, что еще я взял? Ключики, заготовки. Ну, не знаю. Я продавал. Недорого, но они не тяжелые. Вот, набрал шаблонов опять немножко. Железнодорожные. Вот. Я не знаю, мне их что-то тогда раскупили. Ну, смотрите, вот здесь вот 90 градусов. Здесь упор. То есть это у нас вот. Чик. Приложили уголок с упором. Уголок с упором сотка. Вполне. То есть, ну, не каждый упор, а там, ну, как-то кучкой выставлю, продам. Не знаю, букву, цифру 2. Вот, ну, опять же, надо, может, как-нибудь соберется комплект. Вот, термос был омский. Что-то я его не взял. И так тяжело было. Вот, но он был с чаем. Про термос я вам расскажу свою теорию. Термосы сдают в двух случаях. Либо человек хочет опохмелиться, надо что-то сдать, заработать денег, соответственно, о, термос, нафиг не нужен. Взял с полки чистый и сдал. Либо термос, пьешь чай, блин, холодный, да задолбал меня этот термос. Все, ничего он не держит, выкинуть его. Вот, соответственно, если он с чаем, то скорее вот второй вариант. Вот, ну, я пустые, то есть не держит, который это по 250 продал, он килограмма полтора весит. Ну, то есть, да, можно было там удвоить, утроить, в принципе. Но, опять же, это на любителя, он чуть подмятый, ну, как-то я. Крышки он забрал, комплект, потому что он стоит 1000. Вот, ну, опять же, стоит, продают по 1000, ну, берут ли, и эту забрал. Рукоятку, что же они теряются? Может быть. Так, велоключик, фреза. Ну, фреза, по-моему, так уже, на ножички. Опять же, бывает, смотришь, вот там какие-то китайские резцы заказываешь. Вон, взял фрезу, вырезай из быстрореза. Десяток резцов хочешь, привари к какой-нибудь, ну, квадрату, к любому, чтобы там тогда можно там сотню наделать резцов. Так, молоток столярный, простой. Не знаю, поставить 150, а весит он грамм 600-800. Пробка от термоса у меня опять же сломана. Можно на базар вытащить.
ножницы. Мне человек тут скупил. Ну, недорого, там 30-50 рублей, погляжу. Так, машинка для стрижки надо смазать. У меня их что-то уже целая куча, тоже надо начинать выставлять. Ну, винтик. Так. Как она называется? От мясорубки, ну... Вот, это от китайского Рубанка. Так, это вот тоже какие-то от шаблонов. Ну, смотрите, они... Если какую-нибудь изобретать самодельную стойку измерительную. То есть вот он ходит по высоте здесь. Ходит. Вот даже с пазом. Ну, это вот она такая же. Сейчас. Вот видите. Хотя мне немножко непонятно. В той же плоскости. Ну, тут можно что-то подумать. Вот по этим я пока продавать не буду. Держатель. То есть один хорошая ручка, другая плохая. Для плашек, ну тоже соточка. Вот, вилочка, тут мне гнезда купили, ну, тоже там, типа, 30 рублей. Вот интересно, типа, кран-циркуля. Но здесь шкалы нету, по-хорошему надо рисовать шкалу. Вот, ну, здесь вот какая-то, вот видите, вот, ну, видимо, тык воткнул, ага. Подходит, не подходит. Сверлышко, пробойник, ну пробойник немножко оббит. Ну, попробовать на станке на токарном. Ну, либо заточить будет больше чуть-чуть диаметра. Ну, глядеть надо. Так. Не знаю, заклепка. Топор. Трутвача. И сталь, но это современный, но не битый, не, ну, не заваренный, не треснутый. Конечно, точить много надо. Я думаю, их на базар утащить. Так, задняя бабка, ну не комплект, там что-то она или вышла. Смотреть надо. Вот, а по дереву станка, соответственно, не такая дорогая, но, я думаю, тоже стоит. Вот интересная вещичка. Я вначале думал Китай, а потом увидел. ДДР рухло. 6 вольт, 3 ватта. Динамик. В принципе, можно поставить на велосипед. Если еще 3 ватта, поставить эту кондей и плату китайскую, будет выдавать USB зарядка. Так, вот такая вот штуковина, это икеевская, по-моему, от зеркала. Ну, можно что-нибудь подумать, типа какого-нибудь этого лампы, чтобы выезжала. Вот, ну, я подумал, тоже она весит немного, грамм там 200-300, а за ту же полтинник сотку продать можно, ну, соответственно, раза в три можно. Вот, ну, будильник тоже там какая-нибудь, 30-ка, полтинник. Его стрелочки и эти, вот видите, 3 из 4 крутилок на месте. Вот, то есть 21 килограмм, 1050 отдал. Что я могу получить? Коса, допустим, сотка, полторы. Вилла 200, 300, пускай каска сотка, 400, грабельки, пускай полтинник, 450, два топора, по 200, на базар сдать, 400, 450, 850. Так, что у нас тут? Пускай полтинник. 750, 950.
Будильник, пускай полтинник, 1000. Вот. Вот эти. Тут их сколько? Сейчас, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Рублей 300. 1300. Не знаю, 20. Молоточек 150, 1450, пускай полтинник даже, 1500, соточка 1600, 1650. Для старички пускай 150, 650, 1800. Пускай даже сотка, 1900, крышки, 1000, 2900, задняя бабка, но я думаю, 1000 стоит, 3900, подручники, я тоже думаю, рублей по 500, по 300, 3900, что у нас получается, 4900, и вот этот вот, пускай 500. 4,5 где-то. Ну, в 3-4 раза можно. Вот. По деньжищам. Опять же, там каска может не сотка, полторы там. Может, косуда. Нет, там за 200, навряд ли. Вот. Ну, опять же, крышки пока их не берут. То есть я недавно выставил. Вот это тоже можно там, пару соток считать. Но опять же ключей сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, семь ключей. Ну да, соточка. Может полторы. Вот, ну вот это. А, вот это я не показал. Здесь на 32 оправил под камень. Ну или вот под фрезу. Переходничок такой. Опять же, не знаю, пока не уверен. Нужен он мне, не нужен. Ну, взял, ну, его, может быть, заря взял. Так, что еще тут по это все сказать? Ну, вот можно было термос еще взять. Была струбцина сломанная. Современные вот эти вот быстрозажимные, там пластик сломан. Ну, пластик можно как раз отремонтировать. Ну, то есть можно сделать. Я пока отложил, но... То есть сделать можно, но когда, где? Тут такой вопрос. Вот, меня опять спрашивают, вот, там какие-то планы, еще что-то. Во-первых, я никому ничего не должен. Хочу, делаю, хочу, не делаю, там, вот. Лично мое дело, там, и опять же, хочу, снимаю, хочу, не снимаю. То есть, и никто мне, как говорится, за это не платит, поэтому не нравится. Кому не нравится, те могут отписаться, не смотреть. Никого не заставляю, я с этого сейчас, тем более сейчас я с этого вообще ничего не имею практически. Там $3 в месяц, ну, сами понимаете. Не те деньги. Ну, вот, что еще сказать хочу. Поэтому сделаю, не сделаю, это, ну, это мое личное дело. Вот, это раз. Во-вторых, то есть, да, было, когда я начинал, только какие-то там самоделки, что-то я пытался там делать, хотел делать. Сейчас как-то ситуация поменялась, оно ничего не надо. 99%. Вот, какие-нибудь лайфхаки, я вот с грешным делом сам смотрю это. За последние года два я увидел один полезный, возможно, когда-то пригодится, возможно, он сработает.
90% или 80%, это то, что вообще не работает. То есть оно, да, там можно сделать один раз, но какой-то скорее всего, оно не работает. Вот. Остальное, ну, может, и работает, но никому не надо. Вот, интересно, ну, очень редко сейчас попадается все это. Ну, как правило, чушь какая-то. Либо какие-нибудь там разводка, во, нереально крутая самоделка, там на самом деле какая-нибудь дрянью. Вот. Поэтому, ну, тратить на это время и как бы неохота. И... Так что, поэтому вот так вот. Поэтому я делюсь мыслями, что вдруг кому-то пригодится мысль. Почему нет? Вот. Ну, иногда сам что-то делаю изредка. Вот сегодня такое, чуть немножко поковырялся. Провод наконец переделал, лампу тогда вот несколько, пару недель назад или сколько, или неделю назад взял, которую вот, наконец сегодня соединил провода, скрутил, лампочку ставил. Все, она у меня теперь стоит возле токарного станка. Освещение будет. Вот такая вот тема. Вот опять же есть какие-то вещи, ну, которые... Ну, не снимать же видео, как два провода скрутил. Там кнопка не работала на лампе. Я ее разобрал, собрал. Она заработала. Почему она заработала? Я не знаю. То есть, поэтому я, ну... Если там что-то я понял, почему какая-то там, ну, была причина, что вот частая там причина, там поломки кнопок, это то-то, то-то, для этого надо разобрать вот это, там, не знаю, капнуть масло, там, ну, или еще что-то сделать. Тут я просто не понял, что, почему она не работала, почему она заработала. Ну, заработала, и слава богу. Вот поэтому, то есть, ну, снимать об этом нет, ну, нет смысла. Вот, поэтому-то как-то так. То есть что-то, да, то есть у меня просто мысли всяких этих задумок и идей слишком много, я их, ну, я реально не могу при всем желании успевать снимать. Да, вон те же ключи, у меня есть несколько замков, где ключей мало, может быть, каким-то они подойдут. Если подойдут, можно сделать ключ. Я ключ, по-моему, еще в студенческие годы парочку делал. Нет, это были, по-моему, уже не студенческие, это как раз только закончили мы и институт, университет. Что мне там товарищ отдал заготовки. Вот. Ну, не отдал, там я взял нужные мне. И два ключа сделал. Вот. Ну, то есть опыт есть некоторый. Ну, то есть там напильник, по-моему, ножовку по металлу, все. Зажал в тисочках, ну, по образцу сделал. Опять же, тут тоже никакого там смысла снимать видео. Там, вот, как я уже сказал, что у меня сейчас ничего идти вот особо делать и негде, и не некогда, и да и не надо, поэтому вот единственный у меня вот сейчас, скажем так, выход. При желании что-то там покрутить в руках инструмент, что-то поделать, вот я его покупаю, его продаю. Вот я там, не знаю, почищу молоток, грязь там, вот. То есть он мне как бы не нужен. Ну вот я его повладею, продам, не знаю, смажу какую-нибудь машинку. Вот про стрижку машинкой. У меня есть видео, я самостоятельно подстригся. В принципе, ну, не проблема, можно подстричься. А если подключить какую-то камеру веб к чему-то, ну, чтобы видно было себя сзади, там можно посмотреть было, то вообще можно, ну, не намного дольше. Вот. Да, там можно, как я уже сказал, но опять же, зачем мне эта зарядка? Если я в какие-то велопоходы, то, может быть, есть смысл. Что пока... Но опять же, там вопрос такой,
покупать, то есть ехать, ну, дополнительное сопротивление создавать, либо купить где-то по дороге аккумулятор, ну, не аккумулятор, а батарейки, зарядить, ну, использовать батарейки в каком-то фонарике, потом их выкинуть и не тратить силы и, скажем, лишнюю массу не добавлять. Вот. Ну, из хорошего, что вот я говорю, виллы и косу можно сдать по-быстрому. Вот, подручники, видите, у них нет основания, но я думаю, тоже все равно кто-нибудь их возьмет. Что еще? Ну, фрезу пока я хочу придержать, я все хочу ножички. Ну, вот опять же, в планах. Ну, как, вот ножички немножко, вот сегодня там я немножко ковырялся с ножами. Вчера нашел там как бы заготовочку, надо ее. Там, в пятницу возился с немножко с ножиком. Ну, то есть немножко я это делаю что-то. Вот, пробойник попробовать. Надо опять же вот получится его. Сточить. Отремонтировать или нет, но тут опять же что, видео снимать об этом нет, конечно. Ну, размеры хорошие, это вот эти в ремне пробивать дырочки. Вот что еще хорошего было. Гантели были, ну, гантели 10 килограмм 50 рублей, это 500 рублей. Видите, когда я их по 25 брал, то это получалось 250 рублей, а продавал я, допустим, гантели 5 килограмм рублей за 600. Кто удвоил за 1000, я не уверен, что их возьмут, не возьмут. Поэтому, ну, таскаться. Вот. Корзины были замечательные две. Типа для дров, там еще что-то такое с ручками. Ну, опять же, куда их? Типа, если у вас камин, ну, опять же, ну, красиво, знаете, там дрова возле камина в корзине. Но с дров все равно какая-нибудь шелуха всякая сыпется. Если еще, опять же, несете там через это. Вот. Ну, вот с каской такая вот получилась. Думаю, рублей 500 я их продавал. Я было несколько их. Ну, вот. Трещина. Цена. Ну, вот надежда на бабку. То есть, крышки, они дорогие. Ну, вот пока посмотрим. Вот, опять же, на базаре продают несколько термосов. Хочу, ну, вот я много отвозил в этот раз. Взять кипятка, заливаешь, ну, и крышечку. Если нагревается, то получается, что он этот, ну, не держит. Если не нагревается корпус снаружи, значит, держит. Ну, соответственно, проверить, если держит, то там что-то они рублей по 500 продавали. Но вот такой я за 2,5 этот термос продавал. Ну, и, ну, это можно за 3 продавать дороже. Вот. Такая история. Что еще? Ну, вот такая вот по мелочевке. Ну, то есть проверите, если разрешат. Ну, хотя есть сомнения, что мне там что-то говорят, что типа держат, но... Такая вот фигня. Что еще у нас? Ну вот, наверное, собственно, все. Благодарю за внимание. Всего доброго.